До студії «Нового дня» завітала адвокат Тетяна Гриненко. Вітаємо вас. Здравствуйте. Як ми бачимо, дехто охоче оформлює кредити, дехто ні. Але основна проблема, чому люди бояться оформлювати кредити, це інколи недобросовісність в оформленні договору з банками та фінансовими установами, а інколи навіть проценти, відсотки, які наростають тоді, коли людина на них просто не очікує. Хотілося б сьогодні з вами обговорити цю тематику і дізнатися, які права все ж таки мають користувачі, коли вони оформлюють кредит у банку, у фінансових установах, на що варто звертати увагу при оформлені цього договору? Ну, конечно, у нас проблема с банками, проблема с людьми, которые, ну, вернее, проблема с людьми, потому что они неграмотны в данном вопросе, они не знают действительно своих прав, и банки этим пользуются, потому что люди не знают, что должен банк предоставить. Тогда, когда человек, клиент подошел, интересуется кредитом, очень много рекламы, очень много разных акций, они завлекают. Люди ведутся на это и думают, что действительно смотрят только на ту сумму, которая указана ежемесячно. На яскравых буклетах 0%. Да, беспроцентный, без переплат. И они идут, и в основном, когда они уже готовы взять, да, уже вот подошел момент, приуроченный к какому-то либо событию, да, или вот необходимость, срочно надо, банк предоставляет уже готовый договор. И они, когда подписывают, не читают его. Они не смотрят, что там изменилась сумма, там добавлены разные комиссии, другие услуги, которые не относятся к предоставлению кредита, а есть, ну, дополнительными услугами банка, которые не должны входить в саму сумму кредита. Дуже такою розповсюдженою є ситуація, коли банк начебто під час розмови прораховує відсотки, каже, ви маєте заплатити таку-то суму, потім, коли людина йде до банку при першому платежі, виявляється сума зовсім інша. Йому нічого не залишається, тому що він вже бачить у себе вдома той же телевізор, або холодильник, або телефон, вот, він вже підписує, думає, а нічого страшного, потім розберемося. Вот. Ну і, звісно, суммы-то разные. Человек рассчитывал на одну сумму, там, ну, 500 гривен, допустим, а ему уже вышло 700, где-то он просрочил, и нарастает пеня. Естественно, она насчитывается уже на сумму, ну, не ту, которую взял, с просрочкой и так далее. Тоже в это никто не вникает, и никто не спорит с тем. А можно же спорить не только до того, как ты заключишь договор, потому что ты пришел заключать с банком договор. Ты такой же, ну, клиент, человек, это двухсторонний договор, банк предоставляет услугу о выплате денег, а ты, в свою очередь, обязуешься вернуть ту сумму. Обов'язки має не тільки клиент, але й банк. Конечно, конечно, безусловно. И если вас не устраивают какие-то условия, либо непонятные условия какие-то кредита, вы должны спрашивать, вы можете просить изменить условия. Допустим, вы пришли взять технику в магазин. Вам говорят, да, конечно, можете, но вы ее должны сразу оформить со страховкой. Это банк уже зарабатывает на этом, и, естественно, страховые суммы он включает в общую сумму, от этого и процент больше, потому что он насчитывается на всю сумму, а страхование – это добровольное желание клиента, это не обязательно, а у нас, как правило, банки заключают как бы договоренности с магазинами, с поставщиками, как будто бы скидка предоставляется, там идет страховка, и, в общем, таким образом они зарабатывают, они никогда не будут работать бесплатно. Это их цель – заработать на этом деньги. А чи має право людина відмовитись від цього страхування? Конечно, имеет право и может настаивать, и надо не бояться. Если он хочет взять определенный товар, банк-то ему предоставляет только услугу на выдачу денег. Я хочу, дайте мне, пожалуйста, а страховать я вас не буду. А ось представники банку может сказать, тоді шукайте у наступних магазинах. Да, вот. Он может, конечно, так сказать, но если все так будут поступать, зная свои права, как вы думаете, банки откажутся от своих клиентов? Я так думаю, что они не захотят терять, если все начнут защищать именно свои права. Перед тем, как идти в банк, я как бы рекомендую почитать. Я думаю, что у нас, ну, молодежь более такая, ну, продвинутая в этом плане, может зайти из телефона в компьютер, набрать просто закон о защите прав потребителей, статья 11, там прописано полностью все пункты, что должен предоставить, не то, что должен, а обязан банк.
перед тем, как подписать договор. Либо попросить, ну, если это не товар берется, есть время подождать, то есть, может быть, на приобретение недвижимости, либо там, ну, ремонты, когда большие делают, хотят сразу сумму всю получить, чтобы сразу сделать, вот, и хотят получить наличными сумму крупную. Вот, то я предлагаю перед тем, как подписать договор, попросить полностью уже экземпляр договора, который вы будете, ну, собираетесь подписать. Взять его с графиком погашения, да, который будет. То есть уже полностью изложена суть договора, прописаны все проценты, и обратиться либо к адвокату, к юристу, либо к эксперту, или дома самому, при возможности не спеша полностью просчитать, потому что иногда пишут, что сумма предоставляется в 200 тысяч, допустим, да, вот, под процентом 16,5%, а потом начинается комиссия за то-то, там процент за то-то, ежемесячный платеж комиссии, там, ну, вот, разные нюансы, входят туда и нотариальные услуги, если это ипотечный, а это не должно входить в стоимость договора, потому что это отдельные услуги. Вот, поэтому просчитать, проконсультироваться и написать свои предложения, с чем не согласны. Это не нужно бояться, потому что все-таки, зная свои права, вы идете и говорите, что вы не имеете на это права. Почему? Потому что когда доходит дело до судов, в суде банк предоставляет, что, ну, заемщик просрочил платеж, либо перестал потом платить, да, а банк обращается в суд и говорит, что условия договора таковы, что я вот не мог платить. А почему вы сразу не спорили? А он скажет, да я пытался, я говорил, я вот писал, я просил изменить, но не согласились. Да? Он уже как бы говорит о том, что он пытался, но банк на его сторону не встал. И он доказывает, что он хотел, ну, изменить эти условия. Если же нет, банк говорит, мы дали договор, он подписал добровольно, и он согласился, он пошел на это, значит, его все устраивало. Но люди действительно неграмотно, они не знают, правильно, неправильно, имеем ли мы право или нет. У нас банк почему-то взял на себя такую роль диктовать условия. Вот. Ну, не надо же забывать, что, ну, как бы мы тоже люди, имеем свои права, и наши права очень хорошо защищены именно тем законом о защите прав потребителей. Хотелось бы еще раз нагадать, яку статью варто переглядати? Статья 11 закона України о защиті прав потребителей. І тепер ще детальніше хотілося б розглянути, коли ми оформлюємо договір з банком і хочемо щось змінити. Як саме ми маємо подавати ці правки і де ми маємо це зафіксувати про те, що ми дійсно, щоб потім, якщо дійде діло до суда, щоб ми могли показати документально, що ми дійсно хотіли щось змінити, а банк цього не зробив. Смотрите, если вы уж так на скорую руку подписали договор, да, а потом внимательно дома пришли и прочитали, особенно то, что написано мелким шрифтом, вот, и как-то понимаете, что это не в ваших выгодных условиях. Вообще по закону о защите прав потребителей вы имеете право отказаться от кредита в течение 14 дней. Вот. Ну, порядок такой, как раз в статье 11 это все прописано. Если даже вы взяли какую-то технику, потому что вы же знаете, по закону 2 недели, да, и вы можете вернуть, либо отказаться от этих условий. Вот. Поэтому сумму, ту, которую вы взяли, да, вам банк предоставил на приобретение, вы будете обязаны вернуть в течение 7 дней. То есть, просмотрев все это, вы увидели, что вам это невыгодно. То есть, если мобильный телефон стоит, допустим, в магазинах 18, а вы пришли, взяли, просчитали, вам кредит предоставили там на 25, вы передумали и думаете, лучше я сэкономлю, собираю деньги, да, и позже куплю. Ну, мало ли, может быть, другие ситуации. То есть в любом случае у вас есть 2 недели для того, чтобы отказаться. В письменном виде вы можете написать это заявление. Если банк не будет принимать, вы можете отправить заказным письмом с уведомлением о том, что вы отказываетесь от условий кредитного договора, разрываете этот договор, вот, и готовы вернуть те деньги, которые вы получили, как и товар, допустим, если это было с товаром. Цей лист необхідно надсилати на адресу банку? Конечно, потому что именно банк предоставляет услуги по выдаче денег. Чи і договор именно с банком. Має тоді користувач оплачувати якусь комісію? Та... Смотря за что. Если вы получили, как у нас вот технику берут, да, беспроцентный кредит, без переплаты, просто что мы-то знаем, как банк уже включил все, скажем, такие услуги,
которую он хочет заработать, то оплачивать за 14 дней ему не придется, потому что не прошло даже месяца. Ну, за то, что он пользовался. Что он взял товар, заплатил деньги. 2 недели не прошло, может быть, он 2-3 дня пройдет. Да? За пользование кредитом банк скажет, ну хорошо, за пользование кредитом, ну это если денежные средства. А он взял товар, а товар-то он вернул. То есть тут как бы нюансы немножко разные. Я хотела бы еще внимание обратить людей, когда берут, вот в Приватбанке карточка, да, распространена, что есть льготный период, там 55 дней, там 60 дней, но никто не обращает внимания, когда он начинается. То есть если вы кредит оформили, допустим, 20 да, октября, вот, и думаете, что у вас льготный период не платить беспроцентный, ну, можно пользоваться деньгами 55 дней, то он начинается с 1 числа. Угу. То есть, если вы снимете раньше, с вас будут взыскивать процент за пользование кредитом. А вот если с 1 числа, то есть надо смотреть сроки, когда именно начинается, чтобы не попасть именно на начисление процентов. Залишається всього декілька хвилинок, і хотілося б ще останнє питання щодо оформлення самого договору з банком під час оформлення кредиту. Деякі банки надсилають картку, на якій вже є сума, без договору, без нічого, кажуть, ви можете вже користуватися, вона є на вашому рахунку. Чи варто приймати цю картку і не дивлячись на якісь умови? Ну, тот, кто не хочет, потому что, конечно, многие думают, что я хотел бы, да пусть лежит, пускай пока она побудет. В некоторых банках, да, за это то, что ну, вот, привязывают зарплатная карта, допустим, есть, и они как вот такой как бонус предоставляют кредит там на 2-3 тысячи. Потом самостоятельно, если человек попользовался, опять вернул, они ему увеличивают в 2 раза, и тем самым они завлекают клиента еще на да, пользование этим кредитом в большем размере. Вот, конечно, можно вернуть, если не хочешь, что вернуть, написать заявление, что я не нуждаюсь, я не пользовался, и отдать. Потому что некоторые банки прописывают так же. Вот они отослали эту карточку, да, подарочную с кредитом, вот, но договора мы не видим, а потом вдруг появляется, что мы же вам дали, а у нас пунктик написанный, что за выдачу мы дали. А есть еще такое, что карта сама, где написано, она принадлежит банку, и за пользование картой вы должны еще платить. И набегают опять-таки суммы, которые пытаются взыскать. Человек, который не знает, конечно, ему тяжело с этим бороться. Поэтому лучше всего обращаться к специалистам, которые объяснят, что значит, и, конечно, требовать договор, все условия, связанные с возвратом кредита, чтобы вы заранее видели, сколько будете платить, ну, то есть совокупная стоимость самого кредита, график платежей, чтобы вы видели, да, процентная ставка, какая она будет, ну, то есть она же не должна меняться, у нас просто некоторые применяют там плавающее в зависимости от остатка, либо от взятой суммы, то есть моментов много. Дякуємо вам сьогодні за таку корисну інформацію. Тепер я сподіваюся, що в Миколаївці, оформлюючи кредит на готівку або на оформлення якогось товару на покупку, будуть знати, до якої статті захисту прав споживачів вони можуть звертатися і на що варто звертати увагу. І найголовніше, вони будуть знати, що у них є права, які вони можуть відстоювати під час того, як показати, що я дійсно правий, і що дійсно я маю право відстоювати ту суму, яку я заплатив. Дякуємо вам. Я нагадую нашим телеглядачам, що до студії «Нового дня» завітала адвокат Тетяна Гриненко.